Сегодня 10 июня 2016 года. Вон братья наши приехали. С Потеряевки. Ой, с Барнула. Котов привезли, да? Ты звонил-то играть? О, рыжка. Ой, рыжая приехала. Миром. Ну, Василий черный, иди посмотри, как выпускает. Стой, 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 стой. Сказал показать, как надо выпускаться. Не, а что делать? Что делать? Открывайте. А где открывать? Ты знаешь, открой. Нет, не знаю, не знаю. Закрой, но я сейчас открою. Ты. И моя красавица приехала. Да, да, да. Я не знаю, как открывать. Ой, беда. Ее еще перемотали еще. Так сильно то кричишь, а? Ой, да, да, да. Ну сейчас мы тебя откроем. Подожди, мамиль. Ой-ой-ой. Вот сбоку там. Ой-ой, страшно, да. Ой-ой, страшно, как она кричит. Сбоку там открывай. Здесь не откроешь никак. Ой, беда. Нет, я вообще не здесь. Могу. Я не умею как открывать. Ну где он сам? Я не знаю, как открывать. Открой, помоги. Не открыть. Вон молока ей дала. Дороги грязные, вчера дождь был, не стар. Красивее. Все, хватит, хватит. Вторая машина там засела. А кто еще? Значит. Что, разгружать? Ну. Открывай дверку. А? Или она закрыта? Так, открывай сзади. Так, добрый день. Мешки сюда сложить. Видите, мусор этот, который привезли, это там разно, все выкинуть сейчас. И сразу же это на, я не знаю, покуда там, покуда заехать. Ну что ты будешь делать? Ну, друг ты мой. Шарик шапочка. Ой, дайте здесь бабочку. Ой, шарик, шарик. Скажи, чем вам здесь сидел? Некогда. Точнее, отстоял. Кричит просто, криком кричит, подойти, чтобы поздороваться. Чтобы... Так, подальше куда-то убирайте в сторонку. Да, вот здесь отставь. О, полная машина. Место, ну помогай давай, что-нибудь. Вон туда на скамейку поставь пока. Ну и ты еще здесь. Так, что, загородили тут что-то? Загородили. Тут крапива, аккуратнее. Так, надо ребятишек тех вытащить пока, сбегать, чтобы они пока зашли. Вышли из машины там. Вот они идут. Вон. Рося приехал. О, Андрей. Пока побудут здесь. Привет, Андрей. Так, разбирайся. Здравствуйте всем. Помогайте, кто по силе может. Это где-то все ставит, когда быстрее. Потом разберетесь. Кирилл, помогай разгружать по силе, что можешь. Сначала вытащим. Помогай. Давай. Маленькая, да? Это девочка. Нестор, помогай, помогай. Коробки. Да не проходит, не заставлять внутрь заносить. Внутрь? Не блокируйте с дороги. Уйдите отсюда, вон туда. Пойдем. Надо разгружать. Ой.
мать, какая надо, какая тебе? Так, хлеб туда. Туда сразу, отдельно. О, уже нашел. Так, сейчас разбирайся. Ну вот, вот. А наши еще. На траву. Коробки это чьи они? 127, а коробки это ваши? А то они заносят сюда, надо точно. Ладно, выдай. Сюда тогда ставим. Надпись-то. Ну, наверное, сюда надо было ставить. Вы смотрите, надпись НВЛ. И все, и другой. Это нашинская. Только просто надо разобрать, вот тут что составлять, я так думаю. Да, конечно. Не надо заносить. Вы там велосипеды потом не поставите и прочее. НВЛ, мои коробки в сторону ставьте. Ставьте рядом. Рядом. Надежда Васильевна, ваш скарф. Отводи в сторону, потом нанесут. Вот так. НВЛ. Не надо, Кирилл, туда не надо. И он туда пока ставь. НВЛ. Давай. Подходите. Это Надежда Васильевна, скорее всего. Похоже на вашу трибуну. Надежда Васильевна, да. Аббревиатура НВ. Чел, почти как G английский. Масло. Вот это сюда. Угу. Так, это сюда, это туда. Ну и чё? Так, компьютер идите, снимите. Вот это, Витя. Компьютер аккуратно занесите в комнату. Потёр. Давайте, братья, разбирайтесь. Ну, вещи детей, я не знаю. Повести потом туда. Слушай, а зачем я тогда? Может, вот это не надо вытаскивать вот? Масло-то. Туда. Так, масло сливочное, это растительное, туда, в дальний коридор. Да. Так. А вы отсюда пакет куда забрали, Игнат Тихонович? Он не слышит. Татьяна Кузьминична передала, там списки все. Масло туда уноси, смотри, только коробка внизу прорванная, чтобы не вывалилась. Пакет Виктор спрашивает. А? Пакет какой-то там был, спрашивает у вас. Кто спрашивает? Виктор. Ну, пакет. Какой пакет? Он туда. Татьяна Кузьминична передала на лагерь. Списки, что там? Вот там лежат, смотрите, я еще не знаю, кто передал. Витя, компьютер аккуратно переместите. Не шутите. Ну так, подходи. Это мое. Подходи в сторону. Это Тимошин. Сдают же. Так, Виктор Михайлович, вот моя машина. Иди там, поставь где-то. Пошла стола. Возьми хоть с одной стороны. Лез туда. Никита! Лез быстрее. Телефон сюда положить. Здесь кому журналы отдать, это все Татьяна Кузьмина. Ну это я знаю, мне отдали. Ну тебе ли этим заниматься? Тогда выгружай. Она мне говорила. Люди приехали, они ничего не знают, ребятишки. Журналы эти, они им. Тимофей! На дух не надо, может. Тимофей! Быстрее! Твое. Вы свои вещи откладывайте вместе. Сейчас обратно погрузите и идете. Находите свои вещи. Вот эти справа коробки аккуратно снимай. Не урони только. Потащи.
красивый, это тут. Так, крайне последний она разваливается. Смотри, разваливается. Возьми руки, так и притащи. В таком виде. Не опрокидывай, держи вот как она стояла. Сегодня уже не пойдет. Надо самому учить. Короче, ты... Да, это точно я тоже. Один, вперед. Отлично, зато. Хоть какой-то, ты стал, стоишь рядом с рыбой. Нормально, ну отойди в сторонку, там маленько. Это лапа. Так. Ну, оставь, что надо туда. Или оттуда. Володя, на лапу все или что-то оставить в лагерь? Мука. Мука? Ну, эти все, макароны есть там. Макароны я снимай, макароны. Там макароны снимай. Может быть, мало. Мешок, да, зачем два-то? Снимаем все. Куда-то отдельно ставь. Не на мокрое ставь, это макароны же. А вон. Сюда на крыльцо поставь, Никита. Как-то у тебя толку-то нет. Давай, сахар. Ну, сахар, не нафигать. Надо сначала забросить на лабы. Он сахар под низом. Ну как хочешь делать. Поехали на лобус. Ладно. Молодец. Тогда подожди. Куда это кинуть надо туда? Полверни назад. Не надо открывать. Одну оставь. Одну. Одну потом в лагерь возьмем. Давай. Все, идите сейчас туда, вон этот, на лапас и все разгружайте там. Потом вернуться. Сейчас он вокруг обеда, там двери откроет. Иди. Там надо открыть. Угу. Давай. Поезжай. Я пошел. Они не знают. Виталий, открой вон там. Проезд. Вон там. А как? Так идти, да? Ну можешь тут перелезти. Там с той стороны увидишь. Он лежит. Ваша кошка всю дорогу орала. Ага, хоть и уши воды. Ну, посмотрим. Рик. Вот сейчас везут продукты на лабас. Вот он у нас лабас, где хранятся продукты у нас от мышей, от других грызунов. Муку сюда, Никита, направо. Муку сразу вот сюда вот. Потом расскажи сюжет Чехова, человек в футляре. Или в Гоголе. По-моему, Чехов. Ну, он меня так и назвал, да сейчас. Помогай ему, Виталий. Кому? Ну, Ник. Так а что? Пока едет нормально. Чтоб не врезался. Ну, направо остальное, как угодно, да. Рожки на рожке. Нормально? Да. Да еще можно. Сейчас еще взглянем, что там у вас. Можно было еще немножко на метр поднять. Километр. Так. Давай метр. Там под муку я место освободил. Можно сразу. Никита, тебе наоборот надо вниз идти. Ты высокий. Да. Тебе легче подавать будет. Я сейчас туда залезу. Так он все высокие. А вон другая машина подъезжает. Пойду я.
Так, теперь эта старая машина, она застряла тут, около Глушковых. Так, маленько сумки свои отнесите в сторону. Сейчас будете грузить и поедете в лагерь. В сторонку маленько, вон туда, подальше, подальше. Поскорее только. Давай сюда, давай. Сюда. Сейчас сахар разгрузят, там что есть. И остальное сейчас поедете туда. Все вещи свои отберите, чтобы ничего не забыть. Все хорошо. Смешно. Давай. Сейчас давай. Уходи оттуда, то зачем ты стал? Хорош. Посмотрите. Там может быть маленько спинок, даже подбоя снова. Посмотрите. Ну, тут почти все, не надо, открывайте. Да, здесь разбросим. Ну все, давайте. Все. Давайте. А? Давайте. Давай. А это манка? Ну, манка это все в лагерь поедет, манку забрать. А это сахар, вон туда, складывай на эту, на крысо. За два конца берите, помогайте ему. Ты, Надя, отойди в сторонку. От тебя толку никакого, все равно. А ты что? Манку, так, манку большие... А. Манку-то не трогать пока или трогать? Ну, манку-то, чтобы забрать остальное-то, положи вот на крысо. Сейчас погрузите все, что надо туда. Ребятишек в лагерь отвезут. Впрочем, положи туда. Не закрывайте вход только. Так, зачем? Ты тянешь? Так, ну ладно, бери. На пол не ставьте только здесь, поставь. Не надо было трогать. Это не тяжело, 25 килограмм, но все равно. Отойди в сторонку. Это не девчачье дело. Бери за конец-то, берите. Наоборот, где можно брать, там не берут. О! Так, подожди. Володя, а сахар, ну, банками туда будете носить, сколько надо. Да можно мешок-то увезти. Мешок? А, ну, смотри. Ну, тут есть открытый, в принципе, можно открыть. Ну, ладно, снимайте здесь. И что туда надо увезти, ты положи. Нет, ты один-то не бери. Ну иди оттуда. Так, вдвоем беритесь, вдвоем. О, ребята, здоровые, крепкие мужики. Ну ладно, можно было протащить дальше туда. Тащите прям на место. Это тоже. Видите, снабжение хорошее. Еще соль. Как говорите? Соль, соль. А, соль. Володя, соль возьми, отсюда пачками будете брать. Ну, нормально доехали, вообще чудесно. Так, на машину погрузите их. Подсказывать, Алексей? Сергей. Сергей, помогите им, которые вещи, расскажите, куда. Сейчас поедут туда. Не, чужое не брать, только свое. Вика, грузитесь. Вот это у нас колодец. Бак стоит, колодец. Это помогали люди хорошие. Был Евдокимов такой, губернатор прислал. Вот издалека я не пойду, уже трава сырая. Вот там разгружает лабас наш. Лабас это хранение. На железных рельсах стоит, видите, железные, чтобы мыши не могли подобраться. Ну там идет разгрузка. Кто там залез? Видно кто. Комарик или ага, там Виталий стоит. Ну, издалека тут плоховато видно, но все равно видно. Рядом это балерина устройство. Балерина это аббревиатура. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Вы не видите, на кривых столбах, ну, на кривых ногах как бы. А это вот провода вверху идут туда и на лагерь. Вот они все это сами ставили. Провода натягивали, столбы. Помощи никакой никогда не было, ниоткуда. Мешаться мешали все. Обратился однажды только, ну, там, как бы, через кого-то, к Евдокимову. Сразу привезли два КАМАЗа. Вот засыпано здесь гравием, ну, дренаж тут, крупнозернистый песок. Все сразу привезли. На другой день. Вот и, пожалуйста. Он не умел руководить. Умел. Для кого какой он остался? Для меня хорошая память о нем. Один раз только обратился. И, ну, тут на солнце ничего не видать, но видно, что вот тут стоит сооружение. Это голубятня моя большая.
Крыша на 9 метров 60 сантиметров. Ну все. Все, я думаю, что ничего больше тут не будет. Можно выезжать. Надя! В лагерь езжай! В лагерь езжай, разгрузи их там. А ребята потом подойдут. Давайте, дети. Сначала помолитесь, там зайдете. Все. Не пили дорогой? Пили, нет? Все. Что, мне с ними надо или что? Не надо, а что? Ну езжай. Нет, там в лагерь. Ну езжай, езжай, принимать будешь. Так, рыба здесь где-то у кого-то, надо узнать, где рыба. Мы там взяли. Взяли рыба? Ну у нас там есть. А рыбы здесь... привез отец Павел. Ее надо, она в каком-то мешочке. Ну где-то она есть, тут понайти ее надо. Черный мешок. И ее туда, сразу в холодильник. Ну все. Нету. Ребята придут. Езжай, принимай лагерь. А у тебя нет велосипеда-то? Сломался. Ну-ка вон с ними-то садился, бы что-то отстал-то. Да ладно, я добегу. На машину-то, машину свою возьми, Володя. А? Аппарат-то твой. А чего ж ты не сел с ними-то? Еще у тебя.